Елабужском институте КФУ состоялась торжественная церемония посвящения в профессию учитель. Данное мероприятие стало доброй традицией учебного заведения. С приветственным словом обратилась к ребятам директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон. Мы прекрасно должны осознавать, что будущего президента, будущего космонавта, будущего хирурга готовит всегда учитель. И именно к вам приходят, к вам придут вот эти маленькие ребята, которые придут в школу за чудом, потому что жизнь в школе, работа в школе, передача знаний – это не просто рутинная работа, это правда чудо. О своих учителях, присутствующим в виде обращения, рассказали первые лица Республики Татарстан и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мое поступление на факультет физики Казанского государственного университета в свое время было связано с именем школьного учителя физики Юрия Павловича Леонова, который привил мне любовь к этому великому предмету, который лежит в основе основ всех практических наук, поскольку формирует понимание всех природных явлений. Гостем мероприятия стала выпускница Елабужского института КФУ, учитель русского языка и литературы, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Педагогический дебют» Анна Мифтахова. На самом деле, в моем профессиональном выборе огромную роль сыграл мой учитель. Именно от его горящих глаз на уроке, от его потрясающего умения правильно подавать материал так, чтобы сам ученик смог заинтересоваться в этом, наверное, и сыграла мою роль, что я выбрала именно эту профессию. И вообще, это небольшая такая моя мечта, наверное, детская, которая осуществилась, и я этому очень рада. Анна Зуфаровна поделилась профессиональным опытом с первокурсниками, рассказала о подготовке к конкурсу педагогического мастерства. Педагог по-настоящему вдохновила своим примером новоиспеченных студентов. Мне очень понравилась встреча. Я послушала выступление нашего директора Елены Ефимовны Мирзон и послушала студентку, которая сейчас на магистратуре, Анну Зуфаровну. Она очень меня вдохновила своим рассказом, так как я сама поступила на такое же направление, как и она, на русский язык и литературу. Она меня вдохновила своим рассказом, каким должен быть учитель. Особенно она меня вдохновила в тем, что она только начала преподавать в школе, но уже получила звание учителя года. Завершил встречу особый ритуал нашего вуза. Первокурсники произнесли клятву будущего учителя. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.